Впервые в Муравленко состоялся городской смотр-конкурс семейного творчества «Под куполом счастья». Участники представили на суд жюри 20 ярких красочных зонтов, украшенных своими руками. Каких только зонтов здесь не было, украшенные цветами и мхом с композициями из полиэтиленовых пакетов. Так, например, семья Казаковых оформила зонт карандашами, маркерами и рисунками. Готовились не очень долго, наверное, дня 4, но получилось все круто, оперативно и вроде бы зонтик очень даже красивый. Семья Боярчук пришла на конкурс в полном составе. Мама Екатерина, папа Александр и 3 дочери – Каролина, Ангелина и Полина. Мастерили зонт несколько дней. Зонт у нас означает «погода в доме», что бывает всякое разное, но в большинстве случаев – солнышко, цветочки и все остальное. Сложно было? Ну, относительно, да нет. Ну, а что самое сложное было сделать? Собраться с мыслями, придумать концепцию, идею. А вот семья Шерстобитовых начала подготовку за 2 недели до конкурса. Продумали все до мелочей. Не забыли и про костюмы. Решили вот сделать озеро такое вот, прям как настоящее, потому что там настоящая вода, которая разукрашена голубым цветом. Вот, оленей, соответственно, грибы, ягоды, то есть все, что у нас на Ямале есть, все мы решили перенести на чудесный семейный зонт. Оригинальность, креативность, целостность идей, использование необычных материалов и творческая презентация – это основные критерии оценки. Глядя на представленные работы, сразу видно, жюри будет совсем не просто выбрать лучших. Ведь действительно, счастье семейное бывает под таким совместным общим куполом. И я, как руководитель проекта «Крепкая семья», вот сегодня прямо насладилась тем, что семьи объединились вот под зонтом, под куполом семейного счастья. Конечно, каждая семья была по-своему креативная, творческая. Оформление было прекрасным. Зонты удивительные. И из природного материала, и из бумаги, из каких-то еще подсобных материалов. Ну, чудесно. Я думаю, этому конкурсу жить и быть – это здорово. Я думаю, что очень много объединятся жителей города еще на этот конкурс в следующем году. Также на Парковом бульваре состоялся мультифест. Это яркий детский праздник. Юные муравленковцы смогли принять участие в эстафетах и игровых программах. Для ребят организовали научное шоу «Аквагрим» и запуск мыльных пузырей. Мы делали вот такие бейджи, еще делали магнитики. И на сцене смотрим всякие выступления. Выступления, да. Мне очень нравятся праздники, такие все красивые зонтики очень. Все разные времена года есть там. Очень хороший. Я хочу, чтобы такой праздник был каждый день. Ирина Бугрим, Инна Борисова, Петр Князев, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.